Жаль, что королева уделила мне время. Избавь меня от этих банальностей. Простите, моя королева, я не хотел обидеть. Я знаю, чего ты хотел. Не отказывай мне в уме. Ты далеко не первый, кто заявляет, что изловил Тарата. Вы сомневаетесь, что он настоящий? Если это на самом деле он, докажи. Или тебя постигнет такая же участь, что и прочих плутов. Заверяю вас, госпожа. Я сказала, выпускай. Расплюнуть. Ты свободен здесь. Следующий. И переведите 10 000 юнитов в семье предыдущего. Кто вы? Здрасте, я Звездный Лорд. Ладно. Дракс-разрушитель. Погибель безумного титана воплоти. И в какой? Ты делаешь мне честь. А вы поменьше, чем я ожидал. О! Ха. И чего же ты ожидал? Быть может, я могу тебя удивить? Сомневаюсь. Посмотрим, разрушитель. Я могу быть напористо. Питер Квилл. Она со мной, кажется, флиртует. Так подыграй ей. Сделай комплимент. Ты можешь. Это к лучшему. Из тебя ужасный переговорщик. Леди Хеллбендер, размер вашего оружия говорит о том, что вы умелый воин. Пожалуй, я могу устроить тебе демонстрацию. Вы будете приемлемым соперником. Скажи, разрушитель, что привело тебя на Сигнарф-9? Питер Квилл, покажи существо. Ну, наконец-то, уметь. Имя. Оно говорит прелестно. Квилл, уйми ее. Когда оно полностью вырастет? Вырастет? Лучше его не гладить, а то он палец отхватит. Зубы жуть. Такая прыть достойна восхищения. Как он зовется? Живоглот. Вид у него не ахти. Если бы я не знала, то решила бы, что это обычный зверек. Да, но это уникальный экземпляр.
Загляните в эти злобные глазки енота. Никакой я не енот! Вы увидите в них настоящего монстра. Злого, страшного и огромного монстра. Сколько вы хотите за живоглота? 20 000 юнитов. Двадцать тысяч. Никак не меньше. Двадцать тысяч? Ого, да. Я думал, может, 12. Нет. 9. Это создание никчемно. Я бы лучше купила Флора Колоссус. Видишь? Что? Ты хочешь купить Грута? Он продается? Нет! Выкуси! Подумай о деньгах, ракета! Я и думаю! И Грут не продается! Ты что творишь? Лан Бэквилл! Эй! Потом обсудите! Ну и кто теперь монстр?